Одесский «Черноморец» прервал серию проигрышных матчей, одержав несколько побед в последних играх. В домашнем поединке с Симферопольской «Таврией» в минувшую субботу одесситы выиграли с минимальным счетом 1-0. Я не могу предъявить моим футболистам претензии, старания, в желании. Они играли и создали достаточное количество моментов. Эти две недели, которые мы будем ждать очередного тура и работать, мы будем, у нас будет хорошее настроение, так что сегодня очень много положительных моментов. Таким образом, игроки «Черноморца» начали оправдывать надежды тренерского состава и болельщиков, в числе которых и первые лица города. «Черноморцу» как-то не везло. Все время ребята боролись и играли неплохо. И комбинируют, и стандартные ситуации очень хорошо разыгрывают. Но как-то не везло. Теперь, я думаю, эта полоса закончена убедительной победой 2-0 на выезде над «Зарей». Сегодня я надеюсь на победу на нашем поле. «Черноморец» недаром, он еще в советские времена, его называли «гроза авторитетов». Был такой приз, и «Черноморец» его брал. Он не боялся никогда самых сильных соперников. Только победа. Какие могут быть ожидания? Одесса должна всегда побеждать. На матче также присутствовал и заместитель мэра Николай Ильченко, который недавно вернулся из столицы. Чиновник прокомментировал журналистам ситуацию со своим задержанием и освобождением. Я еще раз хочу сказать, что в той ситуации, которая возникла, я абсолютно не виновен. Доказательств моей вины нет. Я думаю, что я буду продолжать бороться в пределах правового поля за то, чтобы отстоять свою честь и достоинство, и думаю, что эта ситуация разрешится в мою пользу, и я останусь и дальше служить Одессе и одесситам.